Доброе утро, наступил новый день. Новое солнышко выглянуло. Смотрю новости, в Москве снег, а у нас весна, прям дети даже пошли уже в кепках, в кофтах, поэтому, в общем, супер-пупер. Вот оно, наше весеннее солнышко, Москва, мы вам отправляем его. Буду убирать в холодильник наш сегодняшний обед. Мы уже повязали без света, правда, телек не смотрели. Уже без 10, ну сейчас без 15 тут показывают, но уже без 10. Да я не могу. Ты же кроссовки-то не забудь, ты положил их? Нет, вон они. Давай тогда собирайся, а уже даже без 5. Поэтому давай, сейчас девушка тебя... Да. А что, у тебя оторвалось это? Да. Ну возьми другой тогда, как ты его будешь нести? Мешок же есть же там. Другой у меня грязный. Ну а что ты его в стирку не положил? Ой. Ну ладно, я с этим. Кизил уже все отцвел. Уже да. Кизил отцвел. Когда мы ловили это? Да, с прошлого года. Я такое не люблю. Угу. Пончиков тут у нас сколько? Прям целая полянка. У Рекса уже тоже надо помыть, да? А? У Рекса тоже уже надо помыть. Надо вымыть. Я бы такой бы, может его закрыть, покрасить бы полы. Короче, Сержиня выкапывает смородину, пропал один куст. Японской лопатой. В России. Да. Нормальное сочетание. Черная смородина, выкопанная японской лопатой, ожила. Наверное, посмотрела, чем ее выкапывать будут. Да, только притрамбуй, чтобы она не торчала. Подержись, у меня же ни одного кармана нет. А ей даже прикольно вот так, да? Она же такая, да, треугольничка. Ну да, и даже вот так ей и тяпать, знаешь. И... Пойдет. Я Антоху забираю на танцы. Что, завтра тепло? Да. Я не знаю, сынуль. Наверное, завтра тоже будет тепло. Давай сразу возьмем шапку и тряпку, чтоб эти холодно. Ну да. Мы уже все дома, все потанцевали, а Афоня в садике побыл. Ты чего такой грустный, Афонь? А, тут одна... Чупик хотел? Да. Ну купим. Только в пятницу, а хорошо? Была. Сейчас? Да. Ну где сейчас магазин же? Далеко, мы же уже домой приехали. Давай, пойдем вылазить. Давай ручку. Ты смотри, кто тут летает, слышишь? Пчелка. Да. Пчелки повылетали. Мама, игра? А, поливать? Да. Ну подожди, надо переодеться. К нам еще корова чья-то пришла. И за свет. Пришло. Хотел пополивать, а света до сих пор нету, да? Да. Что, там папа приехал? Да. Пошли его встречать. Хотел поливать. Да, хотел поливать, а света нет, да? Да, да, давай. Дядю забрали. Ну, там ремонт работает. Степа звонил. Сказали, ремонт. Поремонтируют и включат. Она ж может и забодать. Она просто боится нас. Попробуй травку есть.
Да ей тут много травы, да. А сюда я. Ну подходи, подходи, потихоньку. Нет, ты. А Антоша в красном ничего? Зайка, это все бред. Да? Они черно-белые у них. Это нарезки и движения. А-а-а. Быкрей. Так кидать не надо. Ну. Протягивай, потихонечку протягивай. Протягивай, протягивай. Вот. Протягивай, протягивай. Во, видишь, не бойся, не тряси. Вот так вот. И когда язык протянет, отпускай, чтобы он... Ночка, ночка, или как тебе там? Во. Не, значит, что-то ты там нарвал. Что ей не нравится, да? Да. Ну, она, значит, просто не голодная. А что у нее? Не подходи, не подходи. Все, отходи, выкидывай ага, травку. Да, пусть уже идет. Она там же ж на той улице, я видела, веревка, да? Есть. Вот там. Она там уже есть. Же связка одна готова, да? Ой, какая рыба! Какая рыба, да? Рыба, рыба. Пойдем ее развесим. Развесим, да. Покажите. Считай, сколько тут. Раз, два, три, четыре. Ришат! Семь, восемь, девять. Ну так ты смотришься. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, да? Круто. Ой! Не знаю. Я в баскетбол играю, если что. Гриш, вот я тебя просила джинсы не вымазывать. Вот эти вот именно. Гриш, посмотри на свои коленки. Ой. Это уже давно, кстати. Да, конечно. Угу. Он под ковром висит. Мама, давай мне где рыба? Где рыба? Там. Да, повесили уже. Ну, сейчас я белье вывешу, пойдем посмотрим, ладно? Паучок залез ко мне. Я не знаю, вы верите в то, что паучков нельзя убивать? Я верю. Поэтому не буду его убивать. А сейчас просто выгоню. Все, ты. Опа. Все, все, Антош, пошли. Сейчас. Маме я хочу показать. А там мама. Тут видишь, какие узорочки? Афоня. Да я хоть... Пусть она... Все, пошли. Пусть она лопнет, когда на земле. Ой. А пошли, Антон. Это будем. Не лопать, он сам. Давай. Подожди, вот он лопнул. Нет. А, сняла, сняла, да. А стой, можно еще раз что? А покажи фотку. Он лопнул когда? Это я видео сняла, не фотку. Сильно мало, иначе пожалеть. Мы же дома Гришку забрали с карате, и мне пришла рубашка с Китая. Говорит, откуда она пришла? В общем, вот такая вот рубашка длинная. Единственный, что мне не нравится, да, вот. Вот такие вот рукава, непонятно.